В бренде Lovely представлено еще одно популярное направление бьюти-индустрии – депиляция. Мы ежемесячно исследуем рынок, а также разрабатываем новинки, которые подходят для мастеров и профессионалов своего дела. В ассортименте представлено более 40 позиций, которые позволяют закончить процедуру быстро и качественно. Сахарная паста создана по уникальной рецептуре, не обламывая даже самые короткие и пушковые волосы. За счет удобной формы баночка экономично расходуется до самой последней капли. Паста представлена в 5 объемах, подходит для чувствительной кожи за счет мягкого нанесения и 100% натурального состава. Ни один мастер не сможет обойтись без профессиональных косметических средств для депиляции, которые разработаны на основе натуральных компонентов, бережно очищают, увлажняют и заботятся о коже каждого клиента. В ассортименте представлены универсальные средства, а также большой выбор взаимозаменяемых средств, дополняющих друг друга. Уходовая линейка включает средства специально для проблемной и чувствительной кожи. Специалистами компании разработаны уникальные новинки, аналогов которым нет на рынке депиляции. Косметические средства для домашнего ухода необходимы, чтобы предотвратить врастание волос, сухость и поддержать гладкость кожи на длительный период. Основаны на натуральных маслах, ши, кокосового, персикового, вишневого, лотоса и растительных экстрактов, которые глубоко питают, восстанавливают кожу. В данной серии можно увидеть средства для предотвращения врастания волос, увлажнения и питания кожи в зависимости от типа и сезона года. Категория широко представлена средствами, которые можно применять в душе. Это гели и скрабы разных видов, от сахарных до сияющих. В направлении на данный момент уже более 80 представителей в России и СНГ. Мы растем и развиваемся. К каждому клиенту выстраиваем индивидуальный подход. Мы оказываем маркетинговую поддержку и предлагаем развивать свой бизнес с минимальными вложениями. Профессиональная забота о клиенте – одна из целей, которую мы стремимся достигать, вкладываясь каждой клеточкой души.